ставим выше, чем те, которые борются регулярно за выживание. Ну, для иных это вообще удел. Для Гранады, может быть, для Рая Вальекано. Ну, это гол Фалькао, это просто, просто шедевр в исполнении Радамеля Фалькао. 3-0 в первом тайме. Все, ты кто такой? Давай, до свидания. Ну что ж, давайте с вами поиграем в угадайку. Сколько забьет Атлетико Мадрид? Больше 3,5 или нет? Ну, то есть нужно, чтобы еще один мяч забил Атлетико. Но можно вспомнить игру против Севильи, которую здесь относительно недавно играл Атлетико. Выиграл первый тайм со счетом 3-0, а во втором тайме валял дурака. Энрике Сересо, президент Атлетико Мадрид, здорово разобрался Фалькао. Он ведь первым касанием пробил, на самом деле. Он не обрабатывал мяч, дождался, когда за него сделает это газон. Поймал здорово на ногу. Ну и это Радамель Фалькао, он умеет так бить. 14-й гол в сезоне, здрасте, пожалуйста. Радамель Фалькао, 3-0.